по 4 участника в первом круге, 4 участника во втором круге, остается восьмерка. Голая восьмерка, омерзительная восьмерка. Seven to Smoke. Сейчас мы проведем на этой сцене. И я приглашаю для участия в финальной битве следующих участников. Аксель Мудлу, город Москва. Анатолий Янчев, город Москва. Костюченко Владислав Петрович, город Гомель. А также Александр Мельников-старший. Человек, который поразил всех своими умопомрачительными фишками в первом флэше. А теперь я приглашаю финалиста второго флэша. Сергей Васильев, Самара. Алексей Жураховский, Ака Жура, Ака. Не знаю, кто еще, много-много названий. Жура. Нара Эрдеванян. И, наконец, человек, который только что отобрался в восьмерку, в омерзительную восьмерку, Евгений Архипов. Человек, который очень ждал этот турнир и смог появиться только в топ-парте. Я приглашу Артема Никоненко с тем, чтобы бросить бутылочку в центр нашего круга, с тем, чтобы выбрать победителя. Все участники за право выступить первым. Вань, можешь записать как-нибудь эту всю историю и пронумеровать их? Ну, типа, произвольным образом возьми ручку где-нибудь. Я не очень понял, что нужно. Просто выписываешь всех? А первый кто? Жура? Не, по-моему, это Владислав Костюченко первый. А, был, извиняюсь, не уследил. Еще раз бросаем, да, еще раз бросаем. Ну, от этого никуда не уйдешь. Первый батл нашего клэша. Владислав Костюченко versus Анатолий Янчев. Эти люди уже встречались в первом круге. И тогда счет был плюс-минус равный. По-моему, там был 1-1 по батлам. Личным батлам я имею в виду. А сейчас это уже финальный батл. И перед тем, как начать, я пройду по границе этого круга, чтобы побеседовать с людьми, которые стоят на границе этот круг. Кто смотрел квалификацию? Давайте скажем да. Я знаю, что все смотрели квалификацию. У вас есть уже любимчики? Может быть, это Костюченко Владислав? Человек с длинными волосами, да? Есть. А может быть, это машина Анатолий Янчев? Ну что-то похоже. Может быть, это кто-то еще из участников за пределами сцены. Тем не менее, давайте пошумим. 3, 2, 1. Шум! Да, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Даже машина иногда дает сбой. Однако у него еще есть попыточки. Время! Анатолий Янчев заканчивает выступление. Ответка от Влада Костюченко. Гоу, Гомель! Да, это просто непередаваемая харизма. Бешеного пса. Так называют его в известных кругах. Так, Crazy Dog, Dirty Dog, Hot Dog. Все это не про Владислава. Владислав просто отличный фристайлер, который получил много разнообразных прозвищ. Я говорю эту ахинею, потому что вы молчите. Давайте пошумим, друзья. 3, 2, 1. Клэш! Спасибо, парни. Это первый клэш нашего финала. Товарищ, вам понравилось? Ну, чуть-чуть, окей. Я думаю, что будет больше шума. Время принять решение судья. 3, 2, 1. МС слева. МС про. Влад Костюченко еще попретендует на победу в конце следующего круга, а пока я приглашаю на сцену следующего участника. А пусть это будет, скажем, Александр Мельников старший. Я соскучился по этой харизме. Только что мы увидели какие-то непонятные эмоции от Владислава Костюченко. Он такой артистичный парень. А у нас еще один участник выходит на сцену. Второй участник выходит на сцену. Я думаю, что мы поаплодируем не только нашим юным участникам, но и нашим основным бойцам. Начинает новичок Саша Мельников. 3, 2, 1, клэш. Батл представителей команды Freestyle Planet или Planet Freestyle, как угодно можно называть.
Это событие планетарного масштаба в любом случае. Саша, время для МС. Я имею в виду не себя. Ой-ой-ой. Эти мощные плечи гренадера. Там может поместиться 3 мяча. Мастер подошвы. Просто зверюга. И 3, 2, 1. Спасибо. Второй батл финальной восьмерки. Омерзительной восьмерки, как я уже назвал. Время принять решение судьям. 3, 2, 1. МС слева от меня. Анатолий Янович остается на сцене. Уже 3-0. Прямо решительно идет к победе в турнире. Следующий участник. Скажем, пусть это будет... Нет, он не хочет. Пусть это будет Евгений Архипов. Самое время... выйти на сцену с темной лошадки этого турнира. Здесь очень непростая подноготная. Евгений является очень непростым оппонентом для Толи, потому как несколько раз он его побеждал в самые неожиданные моменты. Даже больше ему раз. Да, он даже имеет личный счет против Анатолия. Преимущество. Поэтому это будет очень интересный батл. Друзья, давайте пошумим. Давно вас не было слышно. Третий батл Клэша. 3, 2, 1. Камон. Первая потеря. Ой-ой-ой, вот это стиль. Такое мягкое касание, как будто шлепал этот мяч. Тем не менее, мяч его слушается. Метод кнута и пряника работает в этом случае. И остается еще 3, 2, 1. Да. Очень плавное завершение батла и время для машины MC Pro. Толя, наоборот, выбирает тактику жесткого обращения с мячом. Он прямо вкладывает все силы. Да. Это мощь, друзья, можно орать. Потому что это финалы. И у нас остается 3, 2, 1. Спасибо. Фу, вот это был жаркий батл. Ну ничего не скажешь, это уже финал, тут все что угодно может произойти. Возможно, Толя сейчас частично поквитается с Джекой за прошлое поражение. Вам понравилось, правильно? Да, окей. Я, по-моему, ослышался, по-моему, не понравилось все-таки. Еще чуть-чуть, давайте пошумим, осталось несколько батлов. Судьи, 3, 2, 1. Стоп, я запутался. Анатолий Янчев за счетом 2-1 побеждает в этом батле. Тем не менее, Евгений набирает 1 балл, что решает очень много сегодняшних батлов. Следующий участник, который поборется с Толей за звание чемпиона,